30, 29, 28, 27, 26, 27, 28, 27, 28, 27, 28, 27, 28, 27, 28, 27, 28, 27, 28, 27, 28, 27, 28, 27, 28, 27, 28, 27, 28, 27, 28, 27, 28, 27, 28, 27, 28, 27, 28, 27, 28, 27, 28, 27, 28, 27, 28, 27, 28, 27, 28, 27, 28, 27, 28, 27, 28, 27, 28, 27, 28, 27, 28, 27, 28, 27, 28, 27, 28, 27, 28, 27, 28, 27, 28, 27, 28, 27, 28, 27, 28, 27, 28, 27, 28, 27, 28, 27, 28, 27, 28, 27, 28, 27, 28, 27, 28, 27, 28, 27, 28, 27, 28, 27, 28, 27, 28, 27, 28, 27, 28, 27, 28, 27, 28, 27, 28, 27, 28, 27, 28, 27, 28, 27, 28, 27,
Привет! Вы смотрите очередной выпуск ньюсблока MTV. А сейчас то, что больше недели волнует абсолютное большинство девичьих сердец планеты. После информации о том, что двое участников группы Backstreet Boys, Кевин Ричардсон и Брайан Литрелл, объявили о своих помолвках, российские поклонницы просто завалили ньюсблок вопросами. Трепещите! Сейчас вы узнаете все из уст самих парней. Кто из вас первым женится и почему? Точно первым буду я. Так значит, вы вместе уже долгое время? Да, 7 лет. Она меня знает с тех пор, когда я еще был черепашкой-ниндзя. Мы познакомились в кафетерии, в парке Диснея. Они просто идеальная пара. Они всегда вместе. Ты согласен с этим? Мне кажется, у Брайана сейчас больше свободы. У него еще период свиданий. А я помолвлен. Поздравляю. Спасибо. Но Брайан тоже к этому скоро придет. Все говорит об этом. Наверняка. Значит, в конце 2000 года ты будешь уже женатым человеком. Это так? Ага. Клево. Сейчас самое время для этого. Так все складывается, что такой шаг пора сделать. Это жизнь. Благодарные земляки Карлоса Сантаны решили поставить памятник своему великому соотечественнику. На центральной площади города Аутланд-де-Наварро, где 53 года назад родился музыкант, будет торжественно открыт монумент в честь музыканта. Это будет скульптурная композиция с изображением самого Карлоса Сантаны, его отца и еще нескольких мексиканских музыкантов. Кроме того, площадь, на которой будет воздвигнут монумент, а также прилегающая к ней улица, будут носить имя Сантаны. Остальные новости в следующем выпуске ньюсблока MTV. Пока! Новости MTV. Вы узнаете первыми.